Итак, на кого же опираться, получается, Путин? Слушайте, а? У него, значит, по опросам вся провинция от него отказалась, открестилась, потому что не выполнила обещания. Летчиков уже сомневаются, спасателей нет. Офицеры ФСБ пишут, что он как там? Я еще раз проверить, но приятно же читать эти строки. Что во главе страны ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза. Понимаете? Что там еще? Власть трусливый бездарь, пишет офицер ФСБ про Путина. А Путин сглатывает, сглатывает и сглатывает. На кого же опереться? Я вчера, когда услышал 1000 раз слово «опора», когда уронили мы мост, подорвали мы опору. Все спрашивают, подорвали опору, не подорвали опору. Пришла мне в голову такая цитата, я подумал, что это прямо из Путина теперь. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины», а сейчас у Путина, я думаю, такие тягостные сомнения о судьбах Родины, «ты мне один поддержка и опора». Ну, все опоры там взорвали на мосту. «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается в моей стране?» Ну, вот это все, что мы Путину оставим, это язык. Потому что языком болтать мы право у него отнять не можем. Пусть болтает. Других опор у него нет. Армия больше не опора. Армию он сам раздолбал тем, что создал ЧВК «Вагнер», тем, что дал им кучу бабла, тем, что позволил им все, что угодно, и позволил им сбивать вертолеты. У него нет опоры в виде армии. У него нет опоры в виде ФСБ. Вот вам офицер ФСБ Стрелков. Вы видите, как он реагирует. У него нет опоры в виде народа. Мы только что слышали вот эти фокус-группы. Я склонен доверять этим фокус-группам. И слышали некоторые мнения на пляже. Что осталось у него как опора? Ну, русский язык пусть пользуется пока. Во-первых, сегодня Рамштайн. Сегодня, 18 июля, очередное заседание Рамштайн. Заметьте, уже как-то без шума, да? Вообще, не только бурной реакции нет со стороны России на то, что мы взорвали мост, но нет бурной реакции у нас здесь. Ну, взорвали, ну да, в рабочем порядке таком, да, подумаешь, об опору подорвали под мостом крымским. Когда мы в октябре подорвали, мы тут вон воздух чепчики бросали, а сейчас что? Ни фейерверка, ни радости, ничего, как бы, да? Но я заметил, реакция у нас самих очень слабая. Мы привыкли, воспринимаем как должное. Вообще-то, как говорил этот, как его звали-то, я уже забыл, министр обороны Великобритании, что-то, говорит, вы плохо нас благодарите. Что-то мы плохо благодарим вооруженные силы Украины за то, что они взорвали мост. Я считаю, что прям слава ЗСУ за такое действие. А то нам все время подавай что-нибудь новенькое. Так, что вы еще там? О, Кремль. Ну, Кремль неплохо горит, да. Что тут у вас? Мост? Не, мост уже был, это мы уже как бы видели. Не то. А, вот 4 самолета одновременно, это красиво, да, это вы молодцы. Что, вот, ну вот так мы как бы, да, Чонгарский мост, ну, это да, это неплохо, это уже разнообразие какое-то внесли. Что мы еще должны сделать? Что, вернее, вооруженные силы Украины должны сделать, чтобы нас, жителей Украины, удивить? Я считаю, что потопить подводную лодку, не топили еще ни одной подводной лодки, это было бы красиво, да, как-то ее взорвать, ту, с которых стреляют по Одессе, в частности. Вот это было бы красиво. Но, конечно, мы придирчивые стали. Итак, сегодня пройдет Рамштайн. О чем там будет обсуждаться? Что там будет за обсуждение? Ну, как рассказывает Резников, он поговорил как раз с Остином, министром обороны США. В общем-то, будет имплементация тех договоренностей, которые произошли на саммите НАТО. Поэтому новостей каких-то ярких ждать не нужно. Там будет в рабочем порядке решаться, какие люди куда и сколько поедут обучаться на F-16. И если все ждете вы там атакамсов от Рамштайна, я бы не ждал атакамсов вот именно от Рамштайна. Чисто уже логистическая процедура. Постепенно из парадных таких посиделок это превратилось, в общем, в рабочий режим и в рабочее совещание. Что, кстати, хорошо. Это означает, что мы с США и с западными союзниками числом 50 с чем-то воюем вместе, в одной лодке сидим. Это хорошо. Они, значит, нас не бросят. А теперь перенесемся ненадолго в ООН. Там было два интересных, как мне кажется, заявления. Одно другого как бы забавнее. Первое начну с того, что заявил человек по фамилии Полянский, не Роман Полянский, а какой-то Дмитрий Полянский. Он заместитель вот этого уродца, который там от имени России обычно вещает. Значит, что он сказал? Что Украина превратилась в частную военную компанию Запада. Вот так вот. Частную военную компанию Запада. Но это не самое еще важное. Сейчас мы дойдем до важной составляющей его выступления. По сути, превратилась в частную военную кампанию западных стран, которые ведут опосредованную войну против России. По его словам, активная фаза, вот тут дальше, опосредованной войны Запада против России началась, внимание, то есть когда эта война Запада началась против России,
началась после того, как украинские власти, вот сейчас вы только в обморок не падаете, парафировали проект мирного договора в Стамбуле, а Киев отказался от урегулирования при содействии Великобритании. Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию. Вот, значит, что там еще? Да. Отдельно там упоминается, что товарищ Лавров, то есть их министр иностранных дел, уже отмечал, что желающие стране поражения политики, какой стране, видимо, не знаю какой, а, желающие России поражения политики, наверное, плохо учились в школе и делают неправильные выводы, не понимая, что такое Россия. Вот давайте разберем. Начнем с последнего, а потом главного. Последнее, что такое Россия, действительно не понимают российские политики. Они все время заговариваются, то у них тысячелетний рейх, это Россия, 1000 лет нашей истории. Какие 1000 лет? Они не могли выучить, что декларация о государственной независимости России провозглашена в 1990 году, 33 года назад. Что Россия, я много раз повторял, но я еще раз не поленюсь повторить, девятая экономика мира, девятая по населению. Экономика, по-моему, 11-я, по населению 9-я. Это вот это не понимают, что такое неправильные выводы, вот это не понимают, что такое Россия. Что такое Россия против Рамштайна, товарищ Лавров, отчитайтесь. Нарисуйте следующему уроку две таблицы, потому что это вы плохо учили в школе. Нарисуйте две сравнительные таблицы. ВВП Рамштайна, ВВП России. Население Рамштайна, население России. Что еще у вас есть? Ну давайте, тогда мы поймем, что такое Россия. Но забавно в этом выступлении этого Романа Полонского, не Романа, точнее Полонского, что он говорит, что оказывается, значит, вот это, да, заявление, оказывается, значит, что война между НАТО и Россией началась после того, как украинские власти парафировали проект мирного договора, а Киев отказался от урегулирования при содействии Великобритании. То есть получается, те, кто ездил в Стамбул, это значит власти, а потом есть некий Киев, который отказался, парафировал. Вот понимаете, помните, да, мы с вами, у нас был с вами специальный стрим, посвященный этой теме, вспомнила бабка, как девкой была, где Путин потрясал своими мудями в виде договора, парафированного якобы украинской стороной, и утверждал, что как они нас кинули, вот же парафировали. Как будто он сам не понимает, что ничего не подписано, что это просто бумажуля, да? И опять они снова к этой бумажке лезут. Зачем? Очень им хочется, чтобы мир сказал на Украину, ну вот же, есть же бумажка, вами же парафирована. А там что, напомню, в той бумаге? Линия 24 февраля, то есть они отступают из Запорожской области, из Херсонской, отступают из всего, что они захватывали. Нейтральный статус, правда. Ну, то есть нас тогда не устраивает сегодня. Тогда устраивает, сегодня не устраивает. Но как им хочется заключить мир вот на тех условиях, которые мы им в прошлом году в марте предлагали. Но поздно, дядя, поздно. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Кстати, про боржоми быстро, коротко. Эрдоган в ответ на зерновую сделку, о ней сегодня не буду много говорить, уже времени не осталось. Но Эрдоган нанес еще один небольшой красивый удар по России, пощечину за отмену, за выход из зерновой сделки. Сегодня президент Азербайджана Алиев заявил, что Азербайджан выделяет Украине гуманитарную помощь в размере 7 миллионов 600 тысяч долларов США. А? А? Как вы догадываетесь, ну, конечно, такое можно было сделать только по просьбе и по согласованию с Эрдоганом. То есть теперь Азербайджан. Возможно, завтра Азербайджан окажется еще и в числе участников Рамштайна. Не удивлюсь, уже не удивлюсь. Но я обещал вторую новость из ООН. Вторая новость из ООН состоит в том, что представитель Британии в ООН, Джеймс Клеверли, заявил, мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней. А сколько можете? А что именно 500 еще нельзя? А когда было 400, почему вы не сказали, что мы не можем допустить, чтобы война продолжалась еще 400? А когда было 100 дней, вы же не вышли и не сказали, мы не можем допустить, чтобы война продолжалась еще 100 дней. Почему вот именно еще 500 нельзя? Чтобы 1000 не получилось круглое число, что? В чем проблема? Но я сейчас, конечно, не к Великобритании это отношу, а ко всем западным странам вместе. Потому что он-то с положительным, естественно, месседжем выступает, этот Клеверли. Он говорит, план президента Зеленского из 10 пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира, мы хотим мира, весь мир хочет мира. И он подчеркнул, заявил следующее. Господин Путин, верните свои войска домой и закончите эту войну сейчас. Требования правильные. Почему только сейчас эти требования?
Почему только сейчас эти требования стали требованием западного сообщества? Почему для этого понадобилось воевать 500 дней? Или они убедились, что мы не сдадимся? Ну да, они убедились, что мы не сдадимся. Видимо, так. Все, осталось две вещи. Одна – это короткая задачка. Я вам сейчас зачитаю задачку некую. Решать ее не надо, сразу скажу. И последнее – то, что я вам анонсировал для фанатов. Итак, задачка со звездочкой называется. Это юмореска, назовем так, юмореска. Это я с вами вместе ее сочинил. Я, когда мы с вами разговаривали в воскресенье на стриме про Симоньян и про Собчак, то вот я подумал, что похоже все это на математическую задачу. Задачка со звездочкой. За ликвидацию Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинская разведка пообещала по 1,5 миллиона рублей. За гибель на строительстве защитных сооружений в Крыму Путин пообещал каждому россиянину по 5 миллионов рублей. То есть по 2 Маргариты Симоньян и по 1 Ксении Собчак. Каждому. За уничтожение украинского танка Григорий Лепс и Юрий Антонов пообещали по 1 миллиону рублей. То есть за 3 подбитых танка можно получить по 1 Ксении Собчак и по 1 Маргарите Симоньян. А за 5 подбитых танков можно бесплатно погибнуть на строительстве защитных сооружений в Крыму. Внимание, вопрос. Кто из российских генералов ФСБ получил звездочку за придумывание всей этой чуши, если известно, что он прошел по Абрикосовой, свернул на Виноградную и уехал жить в Лондон?